Привет, меня зовут Егорик, и сегодня мы будем снимать охренительное видео, которое, я надеюсь, вам понравится. Сейчас я вам объясню, что будет происходить. Поехали. Сегодня я буду смотреть смешные видео, которые нашла моя девушка Яна. И если я буду смеяться или хотя бы улыбнусь, то буду выполнять одно из мерзких и отвратительных заданий. Сложность в том, что я очень люблю угорать над видосиками, и скорее всего за это поплачусь. Поэтому этот челлендж называется «Засмеялся, пострадал». Ух, поехали. Ну что же, я надеюсь, правила понятны. Яна мне скинула очень много видео. Хочу сразу сказать, я человек веселый. И, наверное, я буду смеяться тут очень часто. И мне кажется, я все-таки буду очень часто страдать. Поэтому этот ролик должен быть очень веселый. Ну что, попробуем, давайте. Ну что, первое видео я запускаю. Поехали. Все, я не засмеялся. Первый ролик прошел мимо меня вот так вот. Хотя очень был близок. Первый ролик, вы, наверное, думаете, да это же не смешно. Но вы учтите, камера, плюс тут оборудование, плюс происходит что-то вокруг. Это немножко бьет по реальному восприятию того, что происходит. Поэтому сложновато. Сложновато держаться, но я постараюсь. Поехали. Хорошо. Просто, блин, чуваки, я обожаю Гарри Поттера, я обожаю все, что вообще, все эти мемасы с ним. И, блин, это, я так понимаю, это электричество так сверкнуло? Я угорнул. Я прям угорнул. Надеюсь, таких роликов больше не будет. Потому что сейчас я уже буду что-то делать. Черт! Черт! Блин, это так обидно, что я прокололся прямо на втором ролике. Ну, я видела, ты смеялся, я сидела рядом, я следила за всем. Ладно, смотрите, давайте сделаем так. У меня здесь 7 вариаций того, что я буду делать. Давай ты просто случайным образом выберешь, какое из 7 заданий я буду сейчас делать. Второе. А, ложку корицы, да ладно, это легко. Ладно, ребзя, я ем ложку корицы. Пробуй поглоти. Глотается? Я впервые вижу это на своих глазах! Sorry. Второй ролик прошел. Ну что, я поплатился. Я заслужил, теперь я понимаю, что на кону. И смеяться... Лучше не смеяться, правда. Смотрим третий ролик. Я сдержался, но мне было очень тяжело. Знаете, это видео из разряда, мол, начинаешь вдумываться, что происходит. Морские котики прыгают на пузе. Угу, хорошо, держусь. Фух, ребята, я не хочу страдать, я не хочу выполнять эти задания. Принимаю стратегию робота. Я робот. Мое лицо камень. Никаких эмоций, ничего. Я мужик, мужик. Я засмеялся, черт! Блин, я не могу, этот чувак, это какой-то, я не знаю, кто он такой, я не знаю, что он делает, но, господи, как же мне смешно от того, что он делает так. Следующий. На самом деле, этот ролик очень тупой. Это очень тупой ролик. Я всегда с него тоже смеюсь, потому что этот кот, ну... Нет, ты выбираешь. Четвертое задание. Она выбрала четвертый пункт, а тут написано «Восковая полоска». Мы забыли купить восковую полоску, поэтому давай просто ты мне ногу побреешь. Я надеюсь, вам видно, насколько у меня волосатая нога. Как, готов? Да, примерно готов. Давай. Тихо, тихо, только аккуратненько. Тише, так много не надо. Уже холодно и некомфортно. Батя, ты меня прости. Это видео. Ну что, а теперь четко видно, что я побрил себе полоску, нормальную, сильную полоску. Поплатился за свою улыбку. Вот так вот это бывает. Мир жесток. Очень жесток.
Ой, ребят, вы, наверное, хотите спросить, каково это с побритой ногой? Ну, в принципе, норм. Главное, что ты со своим лицом ничего не делал и не ел всякое говно. Вот. Я хочу, чтобы этот ролик был ламповый. Просто такой домашний, без жести. Я сижу, ты сидишь, и нам с тобой так, ну, комфортно. Я надеюсь, этого достаточно для того, чтобы ты поставил лайк. Но если нет, за полоску уже можешь нажать. На нога побритая. Мальчик бежит. Ну, это смешной, но такой, внутри себя, ха-ха-ха, и все. Вот, а так, в принципе, эмоцию прям сильно не вызывает. Либо я уже просто боюсь всех этих челленджей. Хорошо, я понял. Нет, я не улыбался, все, нормально. Нет, я не улыбался. Я улыбнулся, но я вот так, типа, я сдержал. В смысле? Я сдержал, я вот так сделал. Засчитано, ты улыбнулся. Ну в смысле? Я не улыбался, Ян, правда. Ай. Ты что, ходила на легкую атлетику просто? Откуда у тебя такие сильные стопы? Ну, в общем, и все, вот и все. Жопа тебе отбита полностью. Поехали. Следующее видео. Ладно, хорошо, давай, идем сюда опять. Я уже какой, второй ролик подряд? Просто на самом деле я тоже вижу эти ролики и тоже смеюсь там сбоку, мне кажется, это на тебя повлияло, вот что да. Я смеялась. Давай ты в следующий раз пойдешь прям в угол комнаты, наденешь наушники, чтобы я тебя вообще не... Не, все, давай, следующее. Ты выбираешь номер 3. Яйцо об голову! Стой! Подожди, да я сниму кофту, потому что мне сниматься мне нужно. Ой, она на меня попала. Она попала. Все. Ну я понял, что ты сделала. Хорошо. Как вам, а? Нравится? Все, ладно, я. Ты весь ноутбук заговнякала. Да, неси тряпку. Ну, я не ожидал, что опять засмеюсь. Черт, каждый ролик какой-то сумасшедший. Каждый ролик какой-то смешной для меня. Я не могу это объяснить. Просто мне кажется, что я все-таки вот перед камерой. Мне как-то вот камера включает какой-то такой, знаешь. Вот щелчок в голове происходит, когда камера включается. И все, я такой типа... Вот, но я держусь. И сейчас я вот увидел две маленькие картинки, что тут два Шрека. А Шрек для меня это все. Врубаем видео со Шреком. Got my trusty stopwatch, and here they come down the hill. It looks like Ruben is in the lead, and here comes out... Это забавно, но просто это человеку больно, и ты такой, типа, почти смеешься, и видишь, как он падает, и ты такой, блин, ладно, ему больно, и, наверное, это не так уж смешно, как кажется. Поэтому сдержались. Мы камень, мы роботы. Следующий ролик. Яна, не смейся там. Еле-еле сдерживал улыбку. Еле-еле я ее сдержал. Все норм. Расслабься, Егорик. Все хорошо. Если Шрек закончился, значит, должно быть полегче. Я надеюсь, будет полегче. By the team, they all seem to be very excited. Wow. So a lot of big fans. Come here, Mama, get some sugar. Sorgen sich die Bayern-Fans so ein bisschen, während du hier. Первые воздухи. Ну что, задание. Четвертое. Что там? Да блин! Чё? Острый соус. Да, да, острый соус. Соус. Чуть-чуть и принесла столовую ложку. Говорит, чуть-чуть налью. Чтоб вы понимали, это очень острый соус. Я здесь очень. Нарисован дракон. Дело. Количество. Правильно. О, аж глазюки красные стали. На, запивай. Все, нормалек, нормально. Все, я проглотил.
И я понял, что на самом деле не так уж остро было, как, например, табаско. Я уже съел соус, я уже сделал почти все задания, потому что я, походу, поймал смешинку какую-то и угораю с этого. Как дурак, вот. Но я прошел уже почти все задания, осталось одно задание, да? Осталось одно задание, ну давай смотреть. Юля. Ладно, это не так смешно, как мне показалось на картинке, но тяжело было от того, что там человек смеется. Когда кто-то смеется в видео, сразу хочется тоже угорать. Давайте сразу смотреть второй, чтобы вот эту эмоцию сохранить. Вот, мне уже не смешно так сильно. Сохранили. Два парня, походу, что они делают? Обнимаются? А, нет. Они дерутся. Ну что же, я проиграл. Я думал, что я выдержу, но я не выдержал. И все задания я, кроме одного последнего, выполнил. Осталось последнее задание. Ян, давай. Ты должен позвонить своей маме и сказать, что мы с тобой будем жениться. Что ты сделал мне предложение. На самом деле это очень жестко, потому что мама Егора, ну я не знаю, как она отреагирует. Мне кажется, она скажет, ты что, с ума сошел? Ладно, давайте. Я звоню своей маме и говорю, что... Я в шоке, я не знаю. Главное не зажать. Алло. Алло, мам, привет. Привет. Слушай, я хотел тебе сказать такую штуку. Я, короче, Янке предложение сделал. Что? Ну, и про... что? Ну просто... И что теперь? Ну... Нам деньги на свадьбу собирать? Да не, не надо. Говори, что шутка. Ладно, мам, я пошутил, это для ролика, я пошутил, это для ролика сказал. Все, мам, спасибо. Давай, перезвоню потом. Давай. Ну ладно, это на самом деле было угарно, никто не ожидал такой реакции. Ни я, ни Яна, ни ты точно. Да, о, типа, шо, дурак совсем, типа, мозгов нет. Нет, я думала, скажет, она что, беременная, поэтому... Да. Ну ладно, все вышло, я, конечно, словил смешинку, но ничего не сделаешь, я такой человек. Ну а на этом все, я надеюсь, вам понравился этот ролик, я правда очень сильно старался не смеяться, и Янка старалась, придумала для меня смешные задания. Если вам понравилось, то поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь на канал, потому что мне сейчас это так нужно, я недавно совсем создал YouTube канал и надеюсь на вашу поддержку. Все, до следующего... Лайк за маму, лайк за маму Егора. Да, и лайк за реакцию мамы, да. Вот, ну что, до следующего ролика, пока. We'll be right back.